Перед нами находится музей Абдулы Алиша. Экспозиция данного музея рассказывает о жизни и творчестве известного татарского детского писателя Абдулы Алиша. В музее представлены экспонаты мемориального характера. Здесь можно ознакомиться с родословной писателя и увидеть семейные фотографии и архивные документы. Выйдя на улицу, вы можете повернуть направо, в сторону музея «Город на реке», и далее – музея дворянцев Спасского уезда. Повернув налево, вы выйдете к музею «Болгарское чаепитие».